Поклонники немецкой группы не разочаровались, несмотря на то, что начало концерта было отложено на несколько часов. Я очень люблю Сина Скута. Вам понравилось? Очень сильно. Такой хороший концерт. Дай Боже всем таких концертов. Очень здорово, и настроение отличное. Они умеют зажигать, все прекрасно, они молодцы. По словам организаторов концерта, музыканты остались довольны и тем, как их принимала публика, и традиционной молдавской кухней. Сегодня они ели мамалыгу и другие национальные блюда. Пообещали еще приехать в Молдову, так как им очень понравились наши девушки. Первоначально концерт группы «Скутер» должен был состояться 29 октября, но был перенесен на 27 ноября. Билеты на шоу стоили около 250 леев.